Доброе утро. У нас Виктория готовит завтрак и восхищается. О, омлетный блин. Назар с нами будет? Да, я сказала. А, ты на всех? Нарезочка, огурчики. Закинь, уже хлеб. В тостер? Ой, икаю. Я кофе напилась, извиняюсь. Отключаюсь. А у нас уже синеет виноградик. Знаю, видно или нет. Но уже ягодки синеют. И что я вам скажу? Я никогда не думала, что голуби так едят виноград. От них просто нету это отбоя. Они тут налетают прямо на виноград и выклевывают его. Представляете? Вот даже видно, вон пустые уже эти веточки. Кошмар. А на улице дождь, погода такая, вы знаете, обычно я люблю дождь летний, а сегодня он какой-то такой грустный. Вот как-то грустно. Не знаю даже, с чем это связано, может это не из-за дождя, но как-то мне грустно на душе и тяжело. Это так редко бывает у меня лично, но сегодня такое у меня состояние. Какое-то. Не знаю даже, почему и с чем это связано. Ох, льет, и гребит, и гремит. А Вика сидит с камерой, ловит молнию. Вот, было. Ну, тут, если ты будешь разговаривать, я не буду снимать. Как есть. Ну, да. Ну, я... Ладно, я сейчас, видишь, сняла. Оп. А сейчас была такая, ну, молния, аж такой, знаете, треск, как разряд. Вот. Ой-ой-ой. Как с разрядом было таким. Но сейчас уже, наверное, отдаляется далеко. Угу. Ох, и погодка для гуляния, да, сегодня, кекс? И надо же колы еще последние сделать. Мы поедем машиной. Не, выгулять все равно. Сначала выгуляем, да? Нет, это просто рановато еще. Или поехали? Да ну, дождь идет. Садимся, поехали. Поехали. Оставили кекса в машине на 2 минуты, чтобы зайти надо было в премьер. Кстати, кто спрашивал, вот такой премьер, это... А в нем я покупала этот, господи, фея. Помните дермоядерный такой моющий, которое обалденно все отмывает? Вот, это купила порошок. Какая-то акция была, первый раз, если честно. Ой, сейчас. Может, мы дорогу будем переходить смотреть? Так все равно пробки. Вот такой, не знаю. Никогда его еще не брала. Так, все, сейчас посмотрим, что там наш... Наш собака, пошли. Наш малыш. Я уже подскользнуться успела. Грязюка, ужас. Побежали через дорогу. Да, точно. Опа. Да. Сюда. Нет, это музыка. Ты там сидел так спокойненько, мой мальчик. Слышь, не видно, да? Ты с ним пешком пойдешь? Вот тут я уже пакет с продуктами поставил. Дочь, набери, пожалуйста, папу, пусть выйдет. Хорошо. Ой, я не дотащу это все. Целое кулечище. Вон сколько всего. И арбуз. И еще брат прибежал, детям взял там по шоколадке. Так что, короче, куча продуктов. Все, Вика, пешком с кексом. Ой, отстрелялись мы с этими уколами, слава богу, отмучился. Сегодня тоже более-менее, кстати, терпеливо очень перенес он эти уколы. И все. Кормлю пока мясь кашей на бульоне. Мне кажется, я бы его так и оставила на таком питании, если честно, чтобы больше уже не срывать эти все поджелудочные проблемы. Ладно, едем домой. Так, что купили, что купили? Рубрика, что купили? Что тут у нас? Ага, это для моей мамы. Брат купил одни
один пакет ножек куриных надо будет отложить. Макарошки взяла, это так, на запас, не буду пока готовить. Сосиски тоже на запас взяла, печеночный вот такой паштетик. Вот, так что-то захотелось, давно-давно не брала. И еще давнее не готовила сама, если честно. Хотя домашний вкуснее гораздо. В общем, взяла сырочек. Что еще? Это Назару. Назар! Это тоже моей мамульке шоколадку. Она такие любит батончики, просто обожает. Так, это я отдельно спрячу. Сейчас ей позвоню. Если она завтра не зайдет, то я зайду. Свеклу взяла. Хочу салатик сделать со свеклой. Картошечку на пюрешку. Лук закончился. Не знаю, чем. Ничего такого не собиралась вроде готовить. И арбузик. И арбузик. Так, ладно, арбузик двумя руками надо. В принципе, все. Так. Фух. Дочь, постучи Назару в комнату. Так. Сейчас сначала спрошу, что он что-то ел. А ты что-то кушал? Гречку кушал? Это не тебе, это бабушке. Положи, это бабушке. А говорю, ты что-то ел? Нет еще. Надо поесть, тогда я что-то тебе дам. Что? Тебе Андрей передал. Я сразу беру, да? Нет. А что? Ты о чем? Нет. Нет. О, торт, доедайте его. Кстати, уже. Кстати, что это? Что ты мне хотела дать? Ну, вон шоколадку. Чего? А, вон. Умница. Вы... А что ты говорил, к тебе Тимур придет на ночевку? Уже не придет? Не придет. Уже не придет? Да. Завтра этот. Что? Завтра я еду на остров. 9 утра. А ты уже знал об этом? Mm-hmm. А почему мне не сказали? Вот я говорил. В 9, так это же надо же было что-то купить тебе с собой. Я в 6 утра встану, все куплю. Ты на целый день или с ночевкой? С ночевкой. Ого. Папа в шоке. Да нет, мама в шоке вообще-то. Да с кем ты? С Даней, с Виталиком? Да, да, да. Вот этими, да. Ну, на этой яхте тишина. Угу. Понятно. Как это называется? Яхта. Так темно, включи какой-то свет, пожалуйста. Яхта называется яхта. Яхта под названием? Яхта. Я не помню, мне вроде бы кто с Чаюрка говорил, Чаюля, не помню название. Еду, еду давайте. Вон, я, кстати, купила сосиски, печеночный паштетик, вот этот вкусный, на бутербродик. Единственное, а хлеб я не купила. А ей, а нет? На завтра купила. Мало очень. Там полбатона. На утро еду не давай. Будет. Ну, бери в холодильнике, сын, а ручки есть, ножки есть? Да, давай, давай, дорогой. Макароны давай. Макароны. Не, не буду я сейчас вариться. Мы идем к Андрюхе в Уна играть. Вообще, у меня нет сегодня настроения даже готовить ничего. А что брать? О, колбаса. Когда у меня такое настроение, я стараюсь не готовить. Потому что не получится, не вкусно. Гречку с мясом насыпай. Слабаков я бутербродом. Нет. Ну, Сереж, скажи ему что-нибудь. Ну, да, бутерброд это для слабаков. Не понял. Услышал? Ой, он уже выше тебя, дорогой мой. Нет, так. Вы одного роста. Это что, у него 1,80 м уже? Стопках, да. Давай его сейчас померяем, мне интересно. Мам, я есть хочу. Потом поешь. Маме интересно, срочно. Становись под стеночку. У нас здесь, кстати, были где-то на каких-то дверях, наверное, на детской комнате, где мы когда-то мерили Назара еще маленьким и Вику. Это же надо, наверное, ровненько. Сейчас тебе скажу, где-то 1,78 м. Если... придавить.
Давай книжкой. Давай, будет умный. Подожди, нема книжки. Да не, мне кажется, больше уже. А ну стой. Вот. Ставь, ровно, да. О. Ну, 1.78 м, даже 6. 76, не, 78. А так визуально кажется с тобой одного роста. Тапочки. А, он в тапках еще. Тапочки. Угу, понятно. Мама. Почему ты брешь? А, то он уже, кстати, тогда тормознул. Он в мае был сколько? 1.77 м. Он всего на сантиметр за 2 месяца вырос. 1.77 м? Да. Он сейчас 1.78 м. Ну, сантиметр вырос за 2 месяца. Что я не так сказала? Мама, почему ты берешь только швейцарского? Вкусно. Возьми. Да подожди. Хочешь, иди возьми. Ну, Назар. Просто говорю, что... Мне нравится этот сыр. Когда ты ходишь в магазин, берешь сметанковый, я же не против, не возмущаюсь. Это тоже вкусный. Но этот не всем нравится. Всем нравится. Я первый раз слышу, что тебе не нравится. Не первый. Я хочу сказать, что он тоже так сильно потянулся, а сейчас, видимо, уже в росте чуть-чуть уже это... Уже осень. Не так сильно тянется. Уже осень. Ну, может, еще за август сантиметр какой-то вырастет. Нет, это паштет вкусный кушать. Что это для собаки? Все, вы уже покупались, да? Тетяку Маклютия. Маклютия такое чудо мое маленькое. Да. Арбой. Так, все, раскладываем все. И это, говорю всем, я ж блещу. На улице блестяще. На улице хоть и дождь, но как-то опять душно. Сумасшедший дом у меня тут. На выезде. Ладно, погода, короче, поганецька. Настроение у меня так себе сегодня целый день. Даже не было настроения снимать. Ничего. Сейчас я ношу с собой. Вот, пойдем к Андрюхе с Лилей еще поиграем. У нас втроем. Ты с нами не идешь, Назар? Ну, значит, с Викой пойдем. Поиграем в Уна, и на этом все. Такая у нас пятница сегодня. Скромная, спокойная и чисто выиграю. Чтоб чуть-чуть это, эмоции нагнать. Мне нравится. Я сразу так... Веселит меня эта игра. Все, всем говорю пока. Всех обнимаю, люблю, целую. Пока-пока.